Нехватка рабочих мест обеспокоены жители Воскресенска. Как их организовать, обсудили с главой муниципалитета на 8-м форуме «Идеология лидерства». Олег Сухарь отметил, в планах привлечь инвесторов и вернуть былое лидерство в промышленной отрасли. Отклик получила и проблема экологии. Деятельность загрязняющих предприятий обещают взять под контроль в ближайшее время. Без самодеятельности гражданской, без гражданской самоорганизации мы просто будем растениями. Понимаете, растениями на 1/6 части суши. А природа не терпит пустоты, сюда придут другие.